Жилье на сумму почти в 1 000 000 000 тенге выкупят для социально уязвимых слоев населения в области Улытау. Об этом сообщил сегодня глава региона Берик Абдыгали Улы. По его информации, в очереди на жилье сейчас находится без малого 7 тысяч семей. Также в области действует жилищная программа по льготному кредитованию для молодежи Улытау уже старые, которая в этом году охватит 40 человек. Кроме того, в регионе построят новую ТЭЦ, которая позволит устранить дефицит тепла в области. Аким Улытау рассказал также и о других планах по модернизации инфраструктуры, в их числе сферы экологии и газификации. Всего в этом году планируется подключить газу 3500 домов. На это выделено 2,5 миллиарда тенге из республиканского бюджета и 283 миллиона тенге из областного. Также необходимо провести комплексную оценку состояния окружающей среды и здоровья населения жителей области. В рамках этой работы на предприятиях в городах Жезказган и Сатпаев установят датчики для мониторинга выбросов в атмосферу.